5 по 8 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» пройдет масштабная агропромышленная выставка «Золотая осень-2021». Главное деловое событие отечественного АПК впервые проводят в Одинцовском городском округе. В нем примет участие Одинцовская кондитерская фабрика, которая входит в группу компаний «Марс». Еще несколько заявок от нашего округа находятся на рассмотрении в профильном министерстве.